и времени было больше на отдых. И опять же, это тот случай, когда тот матч необходимо выбросить из головы. Вот момент у «Спартака», можно было забивать. Ничья 0-0. Пока ничего интересного, но, пожалуй, вот самый жирный момент в этом матче. В упор бросал Федоров, но попадает прямо в Александра Самонова. Поиграли они в собачку. Херсли красную пересек, а дальше уж и катить не хочется. Пусть поработают нападающие, а я шайбу в угол отправлю. Ермака! Ермака! Момент! Вытаскивает Гудачек! Один гол только у Пеки в этом чемпионате. Есть еще результативная передача. Прекрасный момент для того, чтобы забросить первую шайбу. Ну, я думаю, что вот эта вот возможность даже реальнее, чем та, которая была у Артема Федорова. Конечно, очень многое в атаках «Витязя» зависит от того, какой вектор им задают защитники. Лещенко, бросок, гол! «Спартак» повел! Доехал так по инерции Лаюнин, потому что он атаку «Витязя» начинал. Там партнеры эту шайбу обработать не смогли, и сразу же ответка «Спартака». И Лаюнин не успел, кстати, выехать на перерез. Расставлял ноги Лаюнин, да, вот в этом эпизоде. Так, сейчас Хохлачев тревожит. Есть добавка, Федоров. Слушайте, ну, почти в каждом появлении, да, на площадке Федорова, когда «Спартак» вообще доезжает до ворот «Витязя», там реальный шанс у 97-го номера пробить Самонова. Пока вот в этом противостоянии счет 3-0 в пользу Самонова. Вот, смотрите, и здесь шайбу прижимает к груди. Я вот к моменту, да, начала атак игроков «Витязя», вот как защитник, да, принимая шайбу, там ноги расставляет, в полупозиции. Атака 2 в 2, Столяров, ну, прямо в грудь Самонова попадает, ну, еще попытка. Так, сейчас Столярову досталось. Ух, тут падает вратарь «Витязя». И что там, держится он за ногу. Загудели зрители. Судья только игру останавливает. Только я о Самонове заговорил. И тут вот такие вот неприятные новости. Алтынин тоже тут поинтересовался. Лещенко здесь вот был на пятачке. И Самонов как будто бы, ну, просто вот так немножко оступился и упал на спину. Но потом схватился за ногу. Илья Ежов в игре. Да. Швец роговой. Вот, хорошо запустил. Воронков, бросок. Гол! 1-1! Единственный момент по факту в этой игре у «Витязя» есть заброшенная шайба. Ну вот так. Здесь и Гудачек бессилен. Ай да «Витязь», а! Не стал привязываться к синей линии Воронков. Пошел и запустили его. Как, ух ты! Алтынин! Складывалось для хозяев. А вот «Спартак» уже атакует. И момент! Федоров! Нет, он сегодня не может забросить. Но сейчас «Спартак» мог выиграть. Но! Вытащил Ежов. Сейчас не тянет с его выходом Кравец. Ну вот слишком высоко. Здорово ты все придумал. И Гудачика уже усадил. Рылов может закончить вообще все. Рылов заканчивает этот матч. «Спартак» побеждает. «Спартак» добывает 2 очка. Поздравляем «Спартак». Беларусь. И говорим вам, друзья, спасибо за внимание. Коллег, благодарю за работу. Владимир Гучек комментировал. Пока.